Серьезное ДТП в центре столицы. Инспектор ГАИ попал под колеса автомобиля. По словам очевидцев, он пытался остановить байкера за нарушение. Мотоцикл ехал по встречной полосе трамвайных путей, еще и без номеров. Остановившись на красный свет, он не захотел предъявить документы и попытался уехать, задев инспектора ГАИ. Тот упал под проезжавший мимо автомобиль инкассаторов. С открытой черепно-мозговой травмой сотрудник ГАИ в реанимации. Скорая забрала и байкера, правда, он серьезных травм не получил. Сначала видел, как несся мотоцикл, потом увидел удар и смотрю, лежит человек. Вот. Стоит отметить, что мотоциклистом оказался 31-летний житель города Жлобина, получается, Гомельской области, который ранее привлекался около 52 раз к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Также был неоднократно лишен водительского удостоверения за нарушение установленных скоростных режимов движения. Следственный комитет работает на месте происшествия. В центре города до сих пор затруднено движение.